Тема. Дроны. К сожалению, тут отображаются далеко не все нужные характеристики дронов корабля. Однако, пройдусь по всем. Начну с пропускной способности канала телеуправления. Это то, что требуется для работы дрона. Показатель того, сколько этого у корабля и сколько уже потребляется загруженными на корабль дронами. У каждого типа дронов свое потребление. Легкие 5 мегабит, средние 10 и так далее. Поэтому стоит учитывать не только отсек для дрона, а в первую очередь пропускную способность, так как в трюм может поместиться много дронов, а корабль может управлять малым количеством. Дальность действия телеуправления дронами – это расстояние, на котором можно управлять ими. Если расстояние будет превышено, то вы не сможете отдавать дронам приказы, и ваши бульдоги будут самостоятельно принимать решения. Стоит отметить, если жертва за пределами дальности действия, то своих псов натравить не получится. Видимо потому, что пилот может использовать разных дронов, а значит на каждый вид нужно свои характеристики, разработчики решили отображать их не тут, а в самом описании, о мелких помощниках. Однако, важно смотреть описание именно тех дронов, которые загружены в отсек для дронов. Улучшения дронов от навыков или от модулей на корабле отображаются зеленым цветом. Урон дронов отображается в характеристиках огневой мощи при наведении мыши на показатель DPS – урон в секунду.